Доброе утро, мои хорошие, мои сладкие, рыбки мои, котятки мои. Как всегда, своим традициям не изменяю. Я уже на кухне. Хочу пожарить яичницу с помидорками. Взяла 2 яйца. Так, мне их и помыть надо. Сейчас еще посуду здесь убрать. Я Толяна кормила с самого утра завтраком. Ел супчик. Сказал, гречневый суп варил какой. Сказал, вкусный, легкий прям такой. Короче, понравилось. Угодила. Ой, что-то у меня, ребят, сегодня с утра голова болит. Погода такая. Вчера вечером и дождь, и снег, не поймешь. Короче, голова болит. Проснулась в 7:00. Вроде бы выспалась. А в результате сейчас схожу, как и не выспалась. Так. Достать сковородочку. Сковородочку. О. Какую же мне взять-то? Я боюсь, чугунный плохо сниму. А может, и не сёк сниму. Надеюсь, яйца-то. Так, поставлю на плиту. Вчера так мне захотелось свежих помидоров и огурцов. Пошла в красно-белый магазин. Помидорки вот купила, а огурцы прям передо мной забрала женщина. Мне так стало прямо обидно. Так, яйца помыть. Гляньте, какие грязные. Вчера и палец себе поранила. Ой, знаете, что делала? Сейчас вам расскажу. У меня это кресло. И спинки, там они как самоклейка наклеены. Короче, купила кресло неудачно. И даже я не то, что купила, на заказ сделала. Вот. И самоклейка вся вздулась, вся залупилась. И вот я вчера ее взяла, ободрала. И неудачно он ножом чиркнул по пальцу. Хочу купить теперь краску, наверное, черную. И покрашу эти спинки. И будет лепота. Ой, а что я вот так сейчас открою? Сейчас попробуем, что за помидорки. Вроде бы сказали, неплохие. Сколько мне? 3 помидорки мне хватит. Вроде бы так как хорошие. Ну, сейчас посмотрю. Не помню, по-моему, 90 с чем-то. 99, что ли. Не помню, брать не буду. А то совру, не дай бог. Так, еще камеру, наверное, вот так пододвину и опущу. О, надеюсь, вам нормально видно. Так, налить мне маслица. Сразу включить плиту. Ой, перелила масло. Хотела вообще прям немножко. А хотя ничего не перелила. Только у меня приехал в 5 утра. Немножко поспал. Я говорю, что спать не стал? Голова отчет болит. Говорю, ну это от погоды. Я у самой говорю. Голова как дом советов. Купила, ребят, все-таки я еще такой нож себе на запас. Вот он. Ну, чего не купить? Всегда пригодится. Ну, он прям классный. Вот прям классный-классный. Так, что тут помидорка? Хоть посмотрите. Вот такие. Ну, не знаю. А это, свои вкуснее с огорода. По-любому помидоры. Так, маслица. Размазать. Все-таки перелила масло. Эх. Ёшки-матрёшки-то. Идите, мои сладкие, поближе ко мне.
Лук не буду добавлять, не хочу. Мне нравится просто помидорки и яичко. Давно так яичницу не готовила. О, посолить нужно. Пошалить. Морской солью посолю. Так. Хлебцы вчера тоже купила в красно-белом. Но они просто обалденные. Я до этого там покупала их. И вчера, ну как до этого, давненько покупала, скажем так, такие хлебцы. Мне так они прям нравятся, они как попкорн. Вот сейчас с этими хлебцами буду есть яичницу. Сильно не буду помидорки обжаривать. Прям так, а я не помню, переворачивала или не переворачивала. Ох, брызги летят по всей кухне. Вчера я генеральную себя делала, ну если можно так назвать. Ну короче, убирала, прям старалась, убиралась. Даже говорю, кресло ободрала. А, шеф-повар. Видали какой? Шеф-повар, Любки. Так, все, наверное, не буду я. Так, все, в том плане, яйца вбиваю. Ой, вообще, голова моя дурная. Ох, вчера с подружкой созвонилась, приглашает меня в гости. Ну, не знаю, если получится, надо встретиться. Мы уже, наверное, с ней не виделись года два. Ой, растеклась моя яишенка. Как печально-то. Вчера только мусор вынесла, уже опять полное ведро. Так, немножко подсолить. Опа. Как вкусно сегодня будет. Хоть я жареное не ем, стараюсь не есть. Ну, с помидорами яичницу я уже никак не приготовлю. Только так могу приготовить. Сюда, ребятки, вас опять. Опа. Сдвинуть, убрать помидорки сразу. Так, взять свой стол. Я вчера так напугалась, думала, у меня холодильник сломался. Стою на кухне, что-то бум, как будто в холодильнике что-то оторвалось. Не пойму, и холодильник как раз на этот момент не работал. Ну все, походу холодильнику хана. Нет, вроде бы работает. Все, яйца готовы, чуть не пережарила. Взять тарелочку. Красивую. Ну, относительно красивую. Так, отключить плиту. О! Прихватки, чтобы свои лапки не сжечь. Получится мне эту лопатку снять, это интересно. Ох! Короче, ребята, отменяется мне тарелка. Буду есть со сковороды. Ничего страшного. А что делать? А то всю красоту испорчу.
Так. Охот сделать красиво. А получается, как всегда. Такс. Хлебцы. Буду вместе с вами завтракать. Я не знаю, сколько стрескал. Купила только вчера. Они прям нереально вкусные, особенно когда свежие. Ладно, ребятки, сейчас я переставлю телефон на другой штатив и подключусь. Вместе позавтракаем. О, вот она и я. Так, о, вот так. Хорошо, прям видно все. Взяла и ложку, и вилку. Чем удобнее будет есть, тем мы будем есть. Хлебцы. Толь, хочешь яичницу? Так. Да буду ложкой есть. По-любому ложка мне будет удобнее. Прихватки не взяла. А сковорода-то жига. На улице прям ветрище такой. Сейчас попозже поедем с моим Толяном. Купим краску. Ну, надеюсь, что съездим. Вот. Покрашу спинки-то. И что-то я еще... А, и лампочки хотел купить. Их прям просто можно хрустеть. Попкорн. Ребят, приятного аппетита всем, кто кушает со мной или просто проводит время. Пересолила. А так вкусно. О, лепота. Либо влюбился в кого-то. Еду пересаливаю. Жига. Хочу все-таки, хоть острый не ем, но вот хочу перчиком немножко посыпать. Потому что мне яичница с помидором всегда нравится черный перец добавлять. Так, немножечко. Капелюшечки. Улья это. Лен позвонил, Ульяшку записала. Ну, типа, как на подготовку. Ну, с детьми занимается, читать там учат. Сами не можем заставить. Может быть, там интерес какой появится. Они же там занимаются, как игровая форма у них. Детей заинтересовывают. В четверг пойдет первый раз. Ну, первый раз бесплатно. Если понравится, значит, будет ходить два раза в неделю. За месяц, по-моему, 4000 платить. Ой, что это волосы. А то уже 5 лет, надо все равно. Она цифры знает, прибавлять, отнимать. Она вот до 10, она более-менее умеет. Читать вообще не умеет. Ну, вот, может быть, научится. Прям вкусняшка. Я скоро, наверное, отъедет, закукарекаю. Ем почти каждый день их.
Как вот желточек скудный растекся. Хорошо, когда выпьешь, да еще. Вчера яйца в смятку ела, сегодня жареные, ой, забуд парные. У меня сейчас на ужин яйца были вареные. Самые смачки не растерять. Идите в ложечку. Отопление так мне ни хрена не сделали. Сейчас опять с утра сделал заявку. Так и не пришел даже. Не пришел. Ну, может быть, где обрыв там. Ну, уж некогда, не знаю. Ну, вот сделал заявку. Может, сегодня придет. Хоть сегодня спала, даже форточку открывала, жарко было. Ну, здесь уже дело принципа. Деньги-то высчитают за отопление, пусть уж высчитывают по факту, что оно есть. Я лучше лишний раз окошко открою, проветрю. Вот и поела. Время, наверное, часов 11. А то, может, 12. Только сколько время, а? 20 минут 12. О, 20 минут 12. Ну, я уже два раза кофе попила. Ну, а это вот позавтракала. Вкусно. Просто. Все, мои хорошие, ставьте лайки. За такой вкуснейший мукбанг. Особенно за... Как же это слово подобрать? Сортировка. Господи, а. Короче, за такую шикарную тарелку, которая у меня сегодня была на мукбанке. Просто шикардосная. Сервировка, во. За такую красивую, шикарную сервировку стола. Ладно, мои хорошие, до новых встреч.